Как говорила великая Коко Шанель, если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, значит, она была одета идеально. Так как же выбрать тот самый идеальный наряд? Если дело касается стройных девушек худощавого телосложения, то многие скажут: «Да что тут подбирать? Ей все подойдет». А вот и нет. Здесь тоже кроется множество секретов. Если у девушки не ярко выражена грудь, например, не ярко выражена талия, то я бы посоветовала одевать платье бэби-дол. То есть обратите внимание, что здесь достаточно пышная юбка с очень глубокими складками, здесь отрезной пояс, и также у нас здесь есть белый верх, который также придаст некоторого объема верху. Такая модель платья подчеркнет хрупкость девушки, придаст ей шарма и добавит необходимый объем в области бедер. Силуэтные платья тоже идеально подойдут для женщин с таким типом фигуры. Но здесь не стоит забывать про цветовую гамму. Блондинка продемонстрирует безупречный вкус, выбрав наряд в нежных и пастельных тонах. Дизайнер рекомендует обратить еще внимание и на так называемые слитные костюмы. Если мы рассмотрим нашу героиню, то ей очень идет комбинезон, и он также у нас здесь, там есть отрезная талия. Отрезная талия очень подходит девушкам с неярко выраженными формами. Там есть такие элементы, да, вверху, которые тоже не подчеркивают величину груди и позволяют создать вот такое впечатление тоже очень привлекательная и очень заманчивая в плане вот, визуального восприятия ее фигуры. Роскошно будут смотреться платья из атласной ткани с объемным декором в области плеч. Такой фасон добавит грации, подчеркнет женственность и статность. Милые девочки, девушки и женщины, не забывайте, просыпаясь по утрам, повторять себе: «Я самая обаятельная и привлекательная». И тогда весь мир обязательно будет у ваших ног. Ирина Касарина и Ольга Гринюк. Специально для программы «Утро».